Привет, братки мои. Мы посмотрим все серии Дом Студио. Да, я почему-то, вы скажете, что ты не снимал Дом Студио раньше? Тут уже много серий вышло. Да, я знаю, но я как бы смотрел Дом Студио и без вас. Я еще смотрел Дом Студио, когда вообще не думал еще создавать аккаунт свой. Короче, я смотрю Дом Студио, когда... Ну, без вас. Я решил сегодня посмотреть Дом Студио. И мы будем смотреть все серии. Да, я знаю, вот, короче, тут много серий, и... Мне придется смотреть их... Не вот, не в одном видео, то есть нет такого видео, где все серии прям... Ну, давайте смотреть, только сейчас пролистну. Кстати, большое спасибо вам за 20 подписчиков. Это число для меня очень-очень классное. Я вас очень сильно уважаю. Спасибо вам. Давайте на этом ролике наберем, ну, хоть 3 лайка. Но вам большое-большое спасибо за 20 подписчиков. Так, давайте сейчас... Блин, тут так много чего появилось. Сейчас. 3-е, 13-е. Тут, короче, есть 2 расы. Ой, 3 расы. Это карандашмены, трельбены. И... клокмены. Да, тут капец, что происходило. Смотрите, раньше он снимал такое. Так, ладно. А где первая серия-то? Не понял. А, вот тут. Вот его первое видео. Наконец-то мы нашли рекламу. Пепси. Новый стиль. Любимый вкус. Так, окей, начинаем. Первая серия. Спикермен. О, это же это астроскибидисты. Спикермен решит их убить. О, астроскибидисты, блин! Сейчас камерамены заразят. Его заразили. Все. В настоящем сериале Спикермена заразила, а тут камерамена. Ух ты ж. Нет. Куда ты? Спикермен летит на помощь. Блин, тут скибидисты. Нет! И вот, это появление клокменов. Это главный клокмен. Не помню, что это такое. Что-то оно, короче, какие-то часы. Сейчас вот этот главный клокмен, он остановит время. Тут, кстати, графика даже лучше. Это вообще другое приложение. Да как бы было другое приложение. Все остановилось. Кстати, это какой-то популярный город, я не помню. Парус, вроде бы. Вау, я не остановил время, и они уже гробы на скидистах. И когда остановится время, они все вернутся. Ой, да. О, май гад. О, ой, блин. Это было эпично. Ну все. Это у нас первая серия. Теперь мы посмотрим вторую серию. Так, это вторая серия. В прошлой серии мы увидели клокмен. Так, тут у нас то же самое, мы опять боимся с кибидистами. Опа. Наш клокмен остановил время. И говорит, что нам надо их уничтожить.
А все, они улетели. О, они там все. Они прилетели на базу. На свою базу. Здороваются тут. Это и база прикольная. И потом ее разрушить. И сейчас он хочет возродить цветок. Вау! Видите? Возродил. Это старые часы. А что тут у нас? Что там? И где-то окружили. Смотрите, как много там черы, все окружили. Смотрите, что это? Нет, это цвет мой. Короче, все скибидисы, они окружили базу. Но туда пришел, знаете кто? Это Клокмен. Сюда пришел Клокмен. Вау. Мы, короче, переместились в другое место. Так, беги, Валера. Это сейчас уничтожит. Вау. Это Клокмен. Это первое появление Клокмена. Вот. Это уже... Скибидисы с магнитами, они будут не поддаваться времени. Что он делает? Смотрите, у него зелёный. А, Клокмен подчинил скибидисы. Скибидис теперь за него. Подчинил. Они тоже скибидисы. Это скибидисы. Это эпично звучит. Это была третья серия. Третья у нас серия это была, да? Да, это была третья серия. Сейчас мы отмотаем чуть-чуть. Вот и четвертая. Это битва. Так, в шахматы играют. Смотрите, где ничего не пришел. Сражение Скибидиутёна и Клокмена. Это кто? Это Джимен. Кстати, Джимен, он как будто на у одного очень много серий он пропадет, и все думали то, что он умрет, но в одной серии он появится. В одной серии он, короче, появится прокачанный уже, и он будет такой как будто полумертвый. Вот, Скибиди ученый помешает. Уничтожит. Ну, что? А что он сделает? Все, Джимен он там уничтожил, можно сказать. Ну, часы начинают ломаться. Скибиди ученый, короче, этот человек говорит... Клокмен говорит, Клокмен и Титаны, тебе нужно на базу. И Клокмен хочет воевать. Там летит камерамен зараженный. Там камерамен там зараженный. О, все улетели, а камерамен остался. Вот, кстати, вот это вот скибидист, он не поддается времени. Мя, сейчас поцелуются. Короче, это скибидист, он не поддается времени. Так, окей, это была четвертая серия. Сейчас у нас... Четвертая серия. Это пятая у нас серия. Короче, Клокмен куда-то телепортировался. Тут обычная битва. Смыли скибидиста. Кого-то бросили. О, смотрите, тут появился Клокмен и Спикермен. Скибидисты. Он не может остановить время.
У него голова болит. Почему у этого клокмена всегда голова болит? Смотрите, у вот этого скибидиста у него время не поддается. А где звук? Что-то, походу, авторские права. Агент стреляет пушкой. Так. Он, кстати, вот он делает вот так вот. Это у него все болит. О, это кто? Вот, это главный скибидис, который не поддается. Его уничтожат сейчас. Все, его уничтожат. Ну, это так думали. Его потом воскрешат, а потом вообще. Все. Клокмен. И тут появляется его причина. Потом, кстати, блин, куда я зашел? Вот после этого Клокмен, он погибнет, можно сказать. Но нет, он потом не погибнет. Это была пятая серия. Теперь мы идем к шестой. Это очень классная серия. Там Клокмен сражался с камераменом Титаном. Кстати, там видели? Смотрите. Нет, вот сейчас, видите? Там, короче, спикермен нес этого клокмена, которого разделили на две части. Там скибидиста убили. Смотрите. Короче, клокмен сражается с этим вот. Он появился на базе. Смотрите. Это не тот самый роман. Начинает все там ломаться. И камерамен Титан заряжает, что-то пришел. Так. Он сейчас. Он хочет снять паразита. Он не знает, где паразит. У него время остановится и кучу убьет. Камерамен берет свой молот. Ух ты ж. На. Там скибидиса набил. Оп. Все, он сейчас останавливает время. Ух ты ж, смотри, он сейчас все вырвет там. Что он делает? Он, короче, хочет найти паразита. Нашел. На. И оторвал ему голову. Капец. Его полностью заразили. Так, всё, серия закончилась. И я думаю, на этом можно закончить. Следующая часть выйдет скоро. Всем пока. Пока. Желаю счастья. Всем здоровья. Всем пока.